Сегодня в Киеве обсуждали, скажем так, цену работы украинских политиков. Вот если в течение нескольких пленарных недель они смогут быть продуктивными, Украина получит 1 000 000 000 евро. Лайма Андрікієна, глава делегации Комитета Европарламента по иностранным делам, назвала условия, на которых помощь может быть оказана. Главное – это реальная борьба с коррупцией и доработка законопроекта об антикоррупционном суде. Кроме работы над соглашением об ассоциации, Европарламент также рассмотрит предложение Европейской комиссии о выделении дополнительной суммы в размере 1 000 000 000 евро в качестве макрофинансовой помощи Украине. Важнейшая сфера – это эффективная борьба с коррупцией, что является залогом осуществления реформ. В частности, создание антикоррупционного суда соответствует пожеланиям Венецианской комиссии. Для нас это приоритет.